Вот такие малыши карандаши пришли. Вот у меня есть ключи. Они все одинаковые. И чтобы их различать, нужно всматриваться в зубчики. Но есть метод проще. Вот такие вот силиконовые маркеры. На один я уже одел. Вот так вот он выглядит. Одевается вот так сначала в прорезь. Просовываете. Ну, его надо сначала из колечка извлечь. Просунули в прорезь. И одеваете или надеваете. Вот такая красота получилась. Ну, теперь у меня два ключика цветных. Всем пока.